Ну вот снова трагедия в российском шоу-бизнесе, друзья, и снова мы стараемся с вами поделиться этой печальной новостью. А перед началом просмотра, дорогие зрители, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, ведь эти новости мы делаем исключительно для вас, и они появляются только на нашем YouTube-канале. Все мы помним звезду фильма «Операция Ы» и другие приключения Шурика, актрису Наталью Селезневу. Долгое время Наталья Селезнева не появляется на публике и нигде не выступает. Фанаты и поклонники обеспокоены тем, что звезда пропала с телеэкранов наших телевизоров. Но несколько дней назад нам сообщили о том, что с Натальей Селезневой все очень плохо. Нам стало известно о том, что медики после длительного обследования обнаружили у нее неизлечимую болезнь. У артистки нашли тяжелое заболевание – ревматоидный артрит. Селезнева уверена, что эта болезнь у нее давно, только никто не придавал этому значения. Сейчас она находится в больнице под капельницей, вокруг нее находится много хороших врачей. Страна следит за развитием событий. Будем надеяться уже завтра утром увидеть на нашем канале продолжение этого выпуска, чтобы узнать все подробности этой трагедии. Подписывайтесь, друзья, на наш канал и будьте всегда с нами.